Вот картина, которую мы написали по вдохновению от нашего любимого учителя Вермеера Дельфского. Мы решили нарисовать свой Дельфт, который сейчас почти полуразрушенный, но зато очень возвышенно, парадно, уютный. И, конечно, люди пробиваются там на маленьких велосипедиках и по каналам ездят на лодках. Небо синее, облака охристые. Хочется там остаться и находиться как можно дальше, потому что весь город помнит о том, что Вермеер Дельфский живет вечно.